Привет! Возможно, кто-то не знал, но твои симы могут летать в космос. И сейчас я покажу как. Заходим в режим строительства и в поиске пишем ракета. Приобретаем ее на свободное место и возвращаемся в режим жизни. И как видишь, да, ракету нужно сначала построить. Это повышает навык ракетостроения, и сама постройка занимает немало времени. Когда ракета будет готова, тыкаем на нее и исследовать космос. Твой сим сядет в ракету и улетит. Всплывающие уведомления будут уведомлять тебя о том, что происходит. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.